Всем привет-привет моим друзьям, моим подписчикам и случайным гостям, которые попали сегодня ко мне на мое видео первый раз. Ну или второй раз. Если вам понравилось, подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Итак, давайте будем сегодня смотреть набор алмазной вышивки, который я получила с AliExpress. Значит, в этом наборе у нас входит полотно, накрученная на валик, стразы, которые расфасованы уже по zip-пакетам, но мы к ним вернемся чуть позже и посмотрим их подробнее, и сам набор инструментов для выкладки. Это белый лоточек с носиком, стилус с насадочками на 4 стразика и на 10 стразиков, пинцет мягкий, никудышный, сам стилус с насадкой для пальчиков, вот эта синяя губочка, и клеевая масса. Дальше. Набор средний. Давайте посмотрим стразы. Стразы здесь квадратные. По zip-пакетам, я уже сказала. Так, и посмотрим, какая же здесь будет у нас цветовая гамма. Так, должно быть 35 пакетиков. Так, смотрим, что у нас здесь имеется. Значит, вот такой пакетик розовых стразиков, 1000 штук их, вот такие розовые, вот такие персиковые, вот такие сливовые, вот такой еще коралловый, такой вот темно-бордовый. Это все я показываю цвета из красной гаммы. Так, вот здесь тоже еще бордовенький, розовенький. Никто не догадывается, что это будет за сюжетик. Могу подсказать, это будут цветы. И судя по вот таким оттеночкам, посмотрите, это все красные, такие вот малиновые, розовые, персиковые, абрикосовые. У нас будут цвета. Посмотрите, сколько их много. Так, ну и немножечко будет зеленых страз, раз это будут цветы. Куда же нам без зелени? Вот такие будут зеленые оттеночки у нас на зелени. Ну, все остальное коричневое, серо-бежевые цвета, которые нам тоже будут необходимы для общей композиции. Итак, какая же это будет картина? Вы смотрите сюжетик, я, как всегда, открываю полотно. Смотрите! Итак, посмотрели. Полотно у нас идеально ровное. Замерила я линеечкой без вас. Получается 29 на 39 вместо 30 на 40. Значит, 35 пакетиков у нас со стразами. Все пересчитала, все там нормально. Так, ну и давайте, что еще? А, значит, бумага разделена у нас на 3 полосы. Так, сюжет у нас будет вот так располагаться. Давайте откроем и посмотрим само полотно и пропечаточку. Ну вот, открыла я защитную бумагу. И смотрим, какая у нас, не знаю, мне кажется, прям прекрасная детализация. Может быть, я ошибаюсь, пишите. Так, что мы видим? Это розы стоят в вазе на столе. Это уже такой известный сюжет на просторах Ютуба, ну и вообще интернета. Много обзоров есть на эту картину. И даже есть в готовом виде есть показаны работы. Мне сюжетик понравился. Для себя, конечно, я его оставлять не буду, потому что дома у себя я его не вижу. Поэтому уйдет в чужие ручки. По возможности, если фото отправят готовой работы, то я вам покажу. Так, сильно много не буду рассказывать про этот набор. Давайте сразу посмотрим пропечатку. Так, все хорошо видно. Это же Evershine. Иначе быть не может. Так, кстати, ребята, девчата, 310 номера, 63 штуки всего.
Да, вот я говорила, листочек обычно у них обозначение, либо равно знак у 310 номера, или буква Е большая. Так. Ну, я не знаю, что еще можно сказать про этот букет, потому что все вы его уже знаете, этот сюжетик. Много про него наслышаны, видели. Может быть, даже у многих он уже имеется в наличии в собранном виде. И так как сюжет неплохой, я решила его тоже заказать. Ну, на этом буду с вами прощаться. Все, мы посмотрели. Пишите ваши комментарии. Девочки, у кого уже есть в готовом виде эта работа, напишите, даже если, может быть, у вас тоже Атавершайн в таком же размере, напишите, как вам понравилось выкладывать, какое было качество стразиков, какие были плюсы, какие были минусы. А я вам говорю всем солнечных дней, крепкого всем вам здоровья, берегите себя, прекрасных всем наборов алмазных, и всем пока-пока, до новых встреч!